Алданцы ждут начала отопительного сезона. Лето в Южной Якутии давно закончилось, и теперь ученикам и дошколятам приходится находиться в холодных помещениях весь день. Татьяна Вахнина продолжит. Отопительный сезон в Алдане стартует 6 сентября. Эта дата для жителей долгожданная. Между тем, терпение на исходе. От отсутствия тепла страдают все, и в первую очередь самые маленькие. Если дома можно надеть пару кофт и теплые носки, то часы, проводимые на работе и в школе, проходят куда тяжелее. Пока воспитанники детского сада «Мишутка» на прогулке, обогреватели в группах работают на полную мощность. Ждем завтрашнего дня с нетерпением. Будем надеяться, что будет тепло. А пока как бы еще не очень. В детском саду «Крепыш» числится 74 ребенка. Однако садик посещают чуть больше половины. Температура в группах 17-18 градусов. Заведующая обращалась к коммунальщикам с наболевшим вопросом – когда будет тепло? Ответ обнадежил – 6 сентября и не днем раньше. Прописанная в постановлении дата – аргумент непробиваемый. У нас детки спят одетые. Приходит тоже в очень теплых вещах, потому что, во-первых, были на ремонте, да, детский сад пустовал, можно сказать, проветривалось постоянно помещение. Хоть и обогреватели, но они не спасают, многое в один обогреватель включишь, больше не включишь. Лето в Южной Якутии давно закончилось, среднесуточные температуры низкие, и тепло, пусть не в полном объеме, можно было бы подавать. Так поступили коммунальщики в Нерюнгре. В соседнем районе отопительный сезон начался 31 августа. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.